Так, всем здрасте снова. Это опять, черт возьми, Макс Пейн. Это теперь у нас 9 глава. Начинаем 9 главу. Не будем церемониться на описание, не будем вспоминать, что было в предыдущих. Смотрите сами, нажимаю продолжить. Here I was again, halfway down the world, and still looking at the bodies of women I was supposed to protect. Only difference now is I didn't understand the language. Fica nessa parede, seu americano de merda! Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu gringo de merda! Cala a boca, seu gringo! That's right, I may be a moron. But here's the thing. Oi! Жесть. I ain't quite as dumb as I see. Seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo and I'd failed Fabiana. And that awful nightclub in the stadium. Погнали назад. А, закрыли там калашу. Right, and again I'd blown it. Что у нас за оружие? 8 патронов. Punishment from the fates. Keep reliving the same mistakes for all eternity. Так, хорошо, что он договорил. Второй пистолет я брать не буду, мне одного пока хватит. Слишком быстро у нас уйдут боеприпасы тогда. Так, давайте побежали наверх. Да, с патронами полный напряг. Парень. Посмотреть тело, давайте осмотрим тело. Как нахрена? Ну, убили чувака. It was a goddamn war zone. I had to assume Giovanna and Marcella were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Это кто? Это враги? Эй! Это копы! Копов всегда надо убивать! Стой! Даже... Стой! Попали! Так, давайте теперь думать, куда нам идти. Да, сюда что ли? Сюда. Замечательно. Так, давайте. Все. Настраиваемся на волну, открыл. Макс Пейн, куда идти, мать твою, Макс Пейн. Парень, ты... Дима. Сейчас вообще непонятно, кто за кого, что за что. Ладно, не будем стрелять первым, если по нам... Короче, ё-моё, голубые. Place was swarming with cops, but they weren't there for me, as far as I could tell. Не, ну с ними я связываться не хочу, у меня только один пистолет, смотри, что у них за штуки. Разорвут как в щепки. Could buy me some time, I might have a chance to get to Marcello and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Так. Фух. Дядя полицейский. Можно я вас убью? Или что можно? В компьютерных играх все, черт возьми, можно. Захочу изнасилую, захочу убью. Так. Это что такое? Это что за херня там летает? Пилот! Пилота нельзя убить, походу. Или можно? Ну сдохни же ты! Тварь. Зря патроны трачу, блин. 14 патронов. Так. Отжать бы у кого-нибудь ствол. Giovanna and Marcella were still alive. But I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Так, понятно. Беги. Блин, ну где же какие-нибудь нычки должны быть? Это же Бразилия. Хера нет. Heard about these raids. Rent-a-thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Hey! Fair game, as I was about to find out. Нахера это они всех гасят? Блин, бронежилет! Ой, каска спасла его!
Так, отжимаем автомат. Так, F, нажмите F, чтобы взять. Вот чё, суки? А? Бля, броня как спасает их. Дерьмо. Полная жесть. Так. Раз, два, три. Три выстрела в голову. Ну ты должен был сдохнуть. Нет, он не сдох. Ему хорошо. Тебе точно не хорошо уже? Так. Чисто. Высунули голову. Взяли автомат. И побежали искать приключения назад. Так. Опа! Это что такое? Не вовремя перезаряжаться начал. Получай. Блин, да у них серьезные аппараты. Это что такое, например, внизу сейчас валяется? Охренеть. Так. Погнали. Да. Без замедления. И все проблемы решены. Не нужно использовать замедление в таких ситуациях. Так, давайте осмотрим тело. Где комментарии у нашего Макса Пейна? Просто тело, ничего особенного. Таких куча после меня. Еще и с кровью. Что вот с этим хочу походить, что-то интересно. Odds of me getting out of there alive, let alone Giovanna and Marcello, were narrowing with every passing second. Но. Брысь отсюда на кухню. Это и есть кухня, блин. Так. Жратвы нет. Ничего нет. В туалете. Посмотрим. Ой, какая гигиена нарушена. Ой, пиксельный унитаз. О боже, ну ёпарасоте. Это же как в Sony PlayStation 1. Ужас. Вот это ужас. Текстурки унитаза не впечатляют совсем. Совсем нет. Что за херня? Ты все еще здесь? Куда? Так. Царь горы. Врагов сброшено с высоты. С какой высоты, блин? Причем здесь высота? Я ничего не понял. Нихера их там. В тело стрелять я не вижу смысла. Сволочи бронированные полностью. Еще в голове металлические пластины, походу. Так. Замечательно. Че почем? Че тут у нас? Как отсюда вылезти? В окно, что ли? Да, в окно. Так, отлично. Готов? Ты кто? Чё-то споткнулся и умер. Да вижу я, ты там торчишь, придурок, блин. По ноге сейчас. Чё за... Откуда? Не понял. Ладно. Все равно ты мне не нравишься. Да ёпарасоте, жучая скотина такая. Как кто-то попасть. Никак не попасть. Ну, оставайся там. Так, это у нас что такое? Хм. Это у нас уже армия, походу, прилетела. Судя по камуфляжу. Эй! Нет! Не целься в меня этой херней! А то будет как будет. Типичный день Макс Пейна. Надо сериал снимать уже. Выкинь эту хрень. Один патрон. Maybe I thought I didn't deserve it. Так,
Мы в каких-то трущобах опять оказались. Так, но этот унитаз как прорисован? Все так же. А если так? Лучше не стало, к сожалению. Я-то думал, текстурка от попадания пули будет прорисована и то лучше на унитазе. Ну ладно. С унитазами тут полная проблема в Бразилии, я так смотрю. Так. Что, кто это там? Готов? Готов? Готов. Готов по полной программе. Так. Подбираем боеприпасы, берем пейнкиллерсы, смотрим по сторонам, читаем. Что я не понимаю, шрифт. Непонятно, что-то так. Идем дальше. Из оружия у нас в основном только вот этот автомат. Такой серьезный пистолет. Нет, пистолетом я ходить сейчас тут не хочу. Что у нас здесь? Какие-то пацаны стоят. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys Da Silva was worried about, maybe he had a point. Куда это они повели, не понял. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Жестко они тут расправляются с местным населением, конечно. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. Так, ну, почему, кстати, уже стемнело, что-то не понял. Что-то как-то быстровато тьма наступила. Элементы паркура пошли. These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Так, а куда я пошел, блин? А, все правильно, я думал, надо было перелезть. Я прошел. Оказывается, все правильно. Так. Попробуем. Не понял, а где мой автомат опять? Ну что за дебилизм? Это реальный дебилизм. Блин. Заткнитесь, твари! Тоже мне копы, блин. Я сейчас покажу вам бывшего копа на пенсии, который с одним пистолетом может перестрелять пол Бразилии. Как нихер делать? Так, готов. А вот это что-то за решетка, она пробивается. Отлично. Автоматов. О, вернули. Зашибись. Еще и с фонариком. Так, теперь я доволен. Теперь я счастлив. Просто замечательно. Перезарядка. Покрышки. Туда я не хочу прыгать, но походу нет. Тут можно зайти? Зайти тут нельзя. Так. К сожалению. Придется прыгать. Да. Получай. И ты получай. Упали красиво на землю. Полиция Нью-Йорка действует. Готово. Это кто? Зачем я автомат выкинул? Ну-ка, верни. 6 патронов надо стрелять, чтобы не таскать лишних самого. А, блин. Подходим. Что-то тут уже какой-то хоррор, блин. Слендермен. Правда, у Слендермена нет шансов, если я Макс Пейн с этим автоматом. I needed to find a way out of there. Ну вот дверь. Чем тебе дверь не нравится? Так, опа. Какие плакаты? It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was,
Some other fine gentleman had the same idea. О, блядь. Ну и отдают. I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point. Вот твари, нет, чтобы объединиться со мной. Придурки. Идиоты, вот тупые дебилы. Что мне теперь делать? В рукопашную? Дерьмо. Так. Да добейте вы их. Еще перейте, да, для отчетности. И автоматы, автоматы забирают. Серьезно, у них броня такая, я смотрю. Не то, что моя гавайская рубашка. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They look like the same paramilitary in the stadium and office attacks. Блин, ну и рожу этого. Смотрите, в берете. Кошмар. Everything felt wrong. Как горило. Anytime those guys decided to join the party. Он справа, который дверь открывает. Во-во-во, блин, посмотрите на его рожу. Капиздец. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers, and the other supposed to be the police. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. Não faz isso não, viu? Por favor, não faz isso não. Vamos acabar com essa porra. У меня такая же мачете, кстати. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Ой, нихера себе, они чувака подожгли. Marcelo! Ёб ты, бля. Вот это жесть. Нихера себе. Ну, чувак с мачете, тебе сейчас... Блин, как нажмите, нажимаем, ухватываем, что теперь, ударить F, нажимаем F, что еще нажать, левый Ctrl, левый, это левый, о, как я сделал. Giovanna, it's gonna be okay. No, you don't want to do that, come on. Жесткие бразильцы. Садисты хреновы. Ну и что сейчас происходит? Why did they do that to Marcelo? It's a legendary gang way of killing people. It's no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Que fez isso? Что за усатый пень? Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra de americano. Você morre, porra. Caralho. И тебя убью, и тебя убью. Пол Бразилии спалю к чертям собачьим, ты. Mata ele. Pode deixar, eu mato. Всех убьет Пейн. И тебя убью, да. Так что иди в канал. Капец, жесть какая, блин. И чё это? After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other.
I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. О, следующая глава. Офигеть. Я ж не заметил. Не, ну это жесть какая-то. Жесть, глава, жесть. Ладно, следующую главу, разумеется, мы снимаем в следующий раз. Но это полная жесть. Это жесть, мать ее, жесть. Как такое можно жесть снимать? Все, бразильцы, ждите месть от Пейна. Всем спасибо, что посмотрели эту часть, главу. До свидания. Пока.